Малыша, которого забрал отец и пропал, нашли вместе с папой. 4-летнего мальчика обнаружили в Миасе. Эти кадры уже сняты после того, как малыш вернулся домой. Артём, что ты делаешь? Привет, мама! Напомним, отец увез мальчика 30 июля. Как рассказывают родные, супруги развелись прошлой осенью. По решению суда, отец мог видеться с ребенком во вторник, четверг, субботу и воскресенье. 30 июля папа пошел гулять с маленьким сыном и не вернул его. На звонки не отвечал. Стало после развода очень такое агрессивное поведение. Для того, чтобы позлить, он это все делает для того, чтобы отобрать Артема, ребенка, у моей мамы. Мать сразу же обратилась в полицию, почти неделю о ребенке не было известий. И вот, по словам сестры, удалось найти местоположение мальчика и его папы. Они были в Миасе. Чтобы это сделать, пришлось обзванивать все сдающиеся квартиры города. Когда они с мамой засыпали, он взял ее за ручку и сказал: «Мама, больше меня не отпускай, пожалуйста. Я буду держать тебя за ручку, чтобы меня не увезли. Я не хочу с папой жить». И вот сейчас мальчик дома с мамой и, кажется, больше не хочет таких поездок. Мужчине за поступок назначили штраф. Теперь семья боится отпускать малыша с папой, ведь он может не вернуть ребенка вместо постоянного проживания.